Работа в прямом смысле на сопротивление. Навстречу сильному ветру сегодня вышли участники югорского лыжного марафона. В Ханты-Мансийске проходит второй соревновательный день большого спортивного праздника. Более 3000 человек бегут дистанции 5, 25 и 50 километров. Ради марафона многие приехали в Ханты-Мансийск из других городов России и даже из-за рубежа. Отмечу, что в этом году участников впервые разделили на два потока. В первом побежали марафонцы и полумарафонцы. Те, кто преодолевают дистанции 50 и 25 километров. Это лыжники, которые начали готовиться к стартам за несколько месяцев до забега. Во второй волне участники масс-старта на 5 километров. Напомню, вчера лыжники выявляли сильнейшего на дистанции 50 километров классическим стилем. О развитии событий мы расскажем сегодня в программе «Больше, чем новости». Начало эфира в 18:15.